Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим об игре в целом и разберем, что такое лазер так. Лазер и так. Первая часть лазер всем понятна, так в переводе на русский означает метка. То есть пометить противника лазером. Лазертаг — это игра, в которой применяется самая современная электроника. В лазертаге используется инфракрасный луч. Он заменяет пулю. Никакого физического контакта, соответственно, вы не получите ни синяков, ни ушибов. Можно играть практически на любой площадке, будь то дикий лес, заброшенное здание, сооружение, либо специально подготовленный полигон. Играют все. Дети, взрослые, женщины. В лазертаге используется умная электроника, которая эмулирует тактико-технические характеристики оружия. Для того, чтобы сыграть в лазертаг, не нужно иметь большое количество амуниции, специальную защиту, маски и дополнительные приспособления. Необходима всего лишь головная повязка и тагер. В лазертаге существует огромное количество дополнительных девайсов, как то контрольная точка, аптечка, даже гранаты. Все это необходимо для того, чтобы отыгрывать разнообразные сценарии. Такие как захват флагов, захват контрольных точек, захват здания, Team Deathmatch, зомби и так далее. Захват флага. Флаги располагаются вблизи баз команд. Цель данного сценария – захватить вражеский флаг и принести его на свою базу. Контрольные точки. Цель команд – захватить контрольные точки и удержать их в то время, которое установит инструктор. Сценарий команду на команду. Смысл заключается в том, что команда должна перебить команду противников без возможности возрождения. Еще один распространенный сценарий – штурм обороны здания. Занять оборону в здании и удерживать то время, которое установит инструктор на полигоне. Каждый из нас, играя в любую игру, хочет получить конечный результат, будь то победа, либо доказательство, что ты лучший. Программное обеспечение в лазертаге позволяет вести статистику боя. То есть по окончании игры вы получаете результаты, в которых указано количество попаданий, поражений, смертей, ранений и так далее. Целая куча показателей, которые необходимы для выявления победителя. Организаторам очень удобно при помощи планшета снимать статистику прямо на полигоне. Что привлекает людей в лазертаге? Во-первых, внешний вид оборудования. Во-вторых, это технические характеристики. Высокая дальность стрельбы, замечательная озвучка, подсветка выстрела, имитация отдачи и невозможность схитрить. То есть после того, как вас виртуально убили, вы не можете производить выстрелы и, соответственно, не можете принимать участие в игре. Вам необходимо возродиться от базовой аптечки, нажав на кнопку. В лазертаге нет шариков с краской, нет поражающих пуль, не надо надевать дополнительное оборудование, используется абсолютно безопасный инфракрасный луч и датчики поражения. На лазертаг мероприятии никто не стоит на месте, идет постоянная движуха, у каждого свое задание, есть штурмовики, есть снайперы, есть разведчики, поэтому каждый знает свое место, каждый знает свое дело.
Ежегодно проводятся масштабные лазертаг-игры, такие как «Майские маневры», «Единый фронт», «Битва за Черноземье», «Серьезные игры». И большинство из них проходит не только по событиям минувших дней, но также по футуристичным сценариям из книг, игр или фильмов, будь то «Сталкер», «Метро 2033», либо «Зомби-апокалипсис». Программное обеспечение позволяет воплотить в жизнь самые смелые и интересные задумки. Лазертаг – это не просто игра. Это дружба, веселье, это образ жизни.